раз. Сегодня совсем другая погода. Я когда был на берегу, думаю, пройдусь в вашей даче, да? А вы был тут? Посмотри, какое море классно. И вот эти столбы, это, ну, не столбы, а опоры, это этого железнодорожного выстают. Это уже выставляют вторая линия, что будет. А, поверху, да, пошла? А внизу это авто. Ну, там Аня переезжает. Керч в строительстве. Я? Основное, а потом уже там ремонтировать, тоже построили. В Советском Союзе так и было, построят, 20 лет строят, потом надо начинать ремонтировать, тоже построить. Маша, что может быть даже и сегодня будет горячо. Может быть. Да на солнце будет. Бля, а что за коты?
смотрю, лестница есть. Вон, Аида, не? А мы до нее идем или где? А когда дождь, то тут, конечно, неудобно идти, да? Все скользкое. Дождь, ну да. Это же глина. Ну, конечно. Если дождь, то мы и надо идти, то мы идем вот так. Ну, по лестнице. А лестница тоже немножко замазана грязью, да? Не, нормально. Нормальная, да? А вот здесь нормально идти. По вот этой вот дороге. Она не раскисает. Только это плохая. Ну, и это плохая вот, где я вот сюда, на море иду. Ну, а сейчас будем тут разменемся. Нормально, удобно. Вот я в датчик вот этой вот дороги, как мы сейчас идем, поднимаюсь и прихожу домой 12 минут. Сколько? 12. Ну, минут 15, округлим. А так, если так идти по пятеренке, то это нормально сказано. Сейчас идешь медленнее, чем обычно. Да? Кого? Гора. Вот это как фигура какая-то, да, выточена. Ага. Угу. Да, ветер и вода. Повымывали, повыветривали. В этих кустах что живет? Собаки. Собаки и кошки, да? Ну понятно, тебе я понимаю. Я чего, знаешь, представлял ту дачу, когда ты когда-то давно повел меня там далеко. Можно уже идти купаться? Не, можешь идти пофотографировать. Я шучу, говорю. Не, не. Куда загреется? Вот а кто то? А, мы уже пришли? Да. Ворота с меня снимаю, но уже на другом.
Perfect.